Добрый день. Нахожусь на территории молдавского посольства. Проголосовал против бандитского режима Плахотнюка, Ковкалюка и прочих негодяев, которые грабят страну. Как я уже говорил, все спекуляции, что я нахожусь в Интерполе, все то, что рассказывают Панзарь и прочие непрофессионалы, это все байки. Нет меня ни в ком Интерполе, а то, что они меня ищут, я ни от кого не скрываюсь. Поэтому и голосовал на территорию посольства, чтобы не было никаких спекуляций. Спасибо. Вот. Поэтому проголосовал. Сейчас чистой совестью еду в тир на полигон. Всем хорошего дня. Не сидите дома, то отлуми отрезы, я соловод. Говорю часто, если территорию цель. А? Так, а нож трясет. Вот, так что я нахожусь на... Спасибо. А? Спасибо. А? Спасибо. Наши есть везде. Тысячи людей вышли сегодня голосовать. Потому что людям не безразлично то, что в стране происходит.